Да, где и когда? Значит, скорее всего, это будет уже под Искалин, в принципе. Но если лучшего варианта не найдем, то это будет напротив спортмастера, напротив с последней московского. Да, то есть прямо напротив, там есть бизнес-центр такой, с одной стороны там бани эти, да, с другой стороны в этом же здании вход в бизнес-центр. Вот, скорее всего, это будет там. То есть мы буквально там понедельник, вторник мы определимся. А вот в офисе будет консультация или также, получается, можно будет сделать вклады в офис? Ну, наличкой нет, мы не будем принимать деньги. Вот, получается, вы будете, да? По крайней мере, хотя бы показывать. Да, мы будем помогать людям, там, они, вы сами будете перечислять непосредственно по поручению, которое будет создано. По-моему, да, уж Сергей Батилевич уже попробовал брать наличкой. Конечно, нет, наличка не надо, зачем? Мы законопослушные граждане, сейчас вот нас и милиция охраняет, и администрация нам помогает, поддерживает, то есть мы официально согласовываемся с администрацией, поэтому МММ законно работает. Сергей Пантелеевич кандидат в президенты в 2018 году. Да, я это знаю. Вот, поэтому, может, пару слов передать. Я думаю, что Сергей Пантелеевич точно будет смотреть новости с Воронежа. Илья, молодой поколение. Самый лучший человек из всех, которых я знаю, и мы вас любим. Здорово. Я думаю, что будет очень приятно. Пантелеевич, прям твою руку пожму, потому что это здорово. Это очень приятно. Держи связь с нами. Молодых откроем людей, офис. Которые имеют такое отношение. Это просто супер. Так что приводи маму, можешь участвовать в нашей акции. Ну просто закон требует. Не интересовался ты уж сильно, я не интересуюсь таким, просто увидел, думаю, что такое. Нет, вроде обещали, что его посадили. А на самом деле, понимаете как, вот я вам скажу так, что Сергей Пантелеевич честный человек, его не за что сажать, более того, это преступление его сажать, преступление реальное. Вот. То есть его надо наоборот защищать, охранять, ему всячески помогать, потому что это человек, который реально заботится о своем народе, не только о народе, а обо всех людях на земле. Он придумал гениальную идею. А у вас никакой брошюрки по этому поводу нет? А мы вам дадим... Не, брошюрки или что? Да, ну, брошюрки там. Ну вот такую дали мы листовка. Вам? Нет, не дали. Ну, листовка. Берите, листовка, да. Да. Здесь есть сайт, интернет. У вас есть возможность? У нас газета еще есть. Газету, дай газету, да. Хоть старенькая газета, но никакая разница. У нас там все новости актуальны. Чуть-чуть не такое, за 3, по-моему. А, там, конечно. Там вот такую, да. Там есть мои данные, телефончик, пожалуйста, это звоните. Где, вот Владимир, внизу белая строчка идет. Вот да, это вот все мои данные. Хорошо. Вот. И, пожалуйста, мы можем с вами пообщаться, поговорить. Советуйтесь. Но самое главное, разбирайтесь. Не чужую голову там просто слушайте, да, а разберитесь сами. Потому что в 94-м году 17 КАМАЗов с деньгами вывезли на Рублевку власти. Не Сергей Пантелеевич, он в это время сидел в тюрьме. Понимаете, в чем дело? Вот. А у людей сложилось мнение, так средства массовой информации, да, вбили в голову, что он жулик и аферист. А на самом деле нет. Я мало смотрю телевизор. Это здорово. Я его вообще не смотрю уже, не знаю, 10 лет. Потому что как не ключ, что убили, то зарезали, то кого-то арестовали. Один негатив. Конечно. А это специально делается все, не просто так. Ну, это отдельная тема разговора, конечно. Понятно. Спасибо вам. Пожалуйста, всего доброго. Так что снимать меня не надо, если хорошо. Сняли. Хорошо. Всего вам доброго. Приятно было пообщаться. Попов Сергей Петрович. Попов Сергей Петрович, город Воронеж, да? Город Воронеж. Что вы сейчас получили в подарок? Получил очень великолепный костыль, который я Ну вы, дому, вы его обратно... уже домой отнесли, Нет, а то я снял. Я его, просто... я его в целлофанчик опять засунул и положил, чтобы ходить с ним. Вот на 7-е на праздник пойду, на Новый год пойду. У меня есть он, костылюшка. А это будет у меня праздничный подарок, такой, да? Подарок от Сергея Пантелеевича, да. От Сергея Пантелеевича подарок. Я благодарен. Ну, надо же, я вот никогда в жизни не мог подумать, что такие подарки могут делать добрые люди. Вот так, да. Спасибо Сергею Пантелеевичу, да, передадите? Спасибо, Сергей Пантелеевич. Ну все, спасибо. Я вас просто записал на видео, выложим, и Сергей Пантелеевич посмотрит, будет ему приятно. Хорошо. Ну, спасибо вам. Блин, я поздно подошел. Ну вот,
Антуан, значит, сколько ему лет? С 94-го года. 94, да, хорошо, скажите, значит, вопрос, а где гарантия, что я положу вот свои... У нас, нет, у нас единственное нет, место. Вопрос, нет, то, нет, вопрос, то, что если нет, нет гарантии. У вас нет гарантии, да? Вот. Получается, я положу... Нет обещаний, нет, нет условий. То есть, получается, как, я положу свои 10 тысяч, там, через день они прогорят. Ну и нахуй мне это надо, согласись. Нет, ну правильно, правильно. Ну вот ведь, не ну надо ложить, нахуй. Не надо, нет, не надо ложить, значит, 10 тысяч, ну, положи 100 рублей. Ну да и не надо мне это впаривать. Ну а как получается, вы не даете никаких гарантий, да? А вот для меня это деньги. Правильно. Та же самая буханка хлеба. Смотри, у нас правильно. Вот у нас сейчас акция. Та же самая буханка для сына. У нас функция. У нас сейчас акция, да? Отдаю 100 рублей, просто чтобы убедиться, как проверить, как это работает. Через полчаса приходишь, забираешь 200, вот тебе 100 рублей, говорит. Прямо сейчас, пошли. Вдвоем вы 200 положили, 400 получили. Где деньги нужны? Я показываю, как работает. Хорошо, а как что? Нет, стой, стой, стой. Хорошо, документы все какие. Документы. Фокс! Я напишу. Фокса! Вот ради прикол! Дай мне 2 сотни, Фокс, я тебе отдам! Ну сейчас, через полчаса отдам. У тебя через полчаса будет 14. Ты уже зарегистрируешь? Фокс! Пишешь, люди участвуют, подходят, сейчас по времени, раз подойдет человек за билет. Значит, сейчас сколько у нас времени? Сейчас? 17:24. 17:24. Так. И ну что-нибудь, имя, фамилия, что-нибудь. Алексеев, Сергей Алексеев. Ну, Сергей напишем. Да, Сергей. Так, а телефон контакт. 8-920. Звонит, откуда вы будут? Ниоткуда не будут, просто на всякий случай. Что контакт, так, я, да? Наверное, убегу сейчас. 4-2. Регистрация все равно я не смогу пройти. 4-7. Завтра у меня не будет, сейчас пойду машину. Все, я записал, значит, 100 рублей с вас. 100 рублей. Ты еще не завел машину? По времени, ну, ровно 6 курса, сколько, 17-24, ну, грубо говоря, какая 18, без нитинков. Какая прелесть? У Нивы, я просто по опыту говорю. У тебя Сева или Нива? Можете сказать Сергею Пантелеевичу спасибо за такую систему? Спасибо, спасибо. Здоровья вам, дай Бог. Спасибо. И вам тоже здоровья. Спасибо. Вы можете, знаете, что еще нам предлагаем? У нас сейчас есть акция такая. Вы можете оставить 100 рублей здесь, свои. Я помню, видите, 50 рублей. Не копейки. Но... Давайте я вам дам свои 50 рублей. Вы поучаствуете. А давай мы просто подарим пенсионеру 50 рублей. Подарим вам. Смотрите, что вы можете сделать. Это уже ваши деньги. Если захотите, можете поучаствовать в акции. Берете 50 рублей, вкладываете, мы записываем вас. Полчасика гуляете, через полчасика приходите, мы отдаем вам 100 рублей. Хорошо. Тогда всего доброго. Мы и завтра будем здесь стоять. Заходите, можете... Приходите, еще дадим денег. Свободе. Вот сейчас вот организовала эта система, работает в интернете. Смотрите, вот сейчас у нас акция идет. Акция простая. Мы предлагаем людям убедиться, что касса взаимопомощи живая и действует. Принимаем вклады только 100 рублей на полчаса. То есть мы 100 рублей свои оставили, а тому, кому подошло время, мы их отдаем другому человеку. Потом приходит новый, он оставляет свои 100 рублей. Подходит ваш вклад. Вот так работает все в интернете. А там вклады не ограничены. Можно положить 100 рублей, 200, 500, 1000, 10 тысяч. Конечно, надо ложить те деньги, обязательные условия, которые вы не боитесь потерять. Да? Здесь-то вы ничего не потеряете. Вот, потому что здесь как бы мы точно отдадим через полчаса. Отлично. Вот еще проходит акция, что пожилым людям сегодня, кому необходимо, мы дарим тросточку. Вот если вам интересно. Совершенно безвозмездно. Пользуйтесь тросточкой. Хотите? Пожалуйста. Пользуйтесь, пожалуйста, берите туда, да, ну, чистого сердца. Мы не играли еще. Это бесплатно, абсолютно бесплатно. МММ это не игра, понимаете? МММ это идеология. Понимаете? Ну а где вот ваши, которые у нас живут? Ну вон у нас да, список ходят, есть. Список людей записывают, курят. Вот здесь вот молодые люди где-то курят. Конечно, мы занимались... никто не подойдет. Как? Значит, наши деньги пропали? Нет. Ваши деньги вы все равно свои получите в 2 раза больше. Не только свои, а в 2 раза больше. Нет, ну а если вот вы говорите, да, допустим, те, кто пришел вперед, нет. Да. Он деньги вложил. Я вам просто показываю. Мы пришли,
вы за счет наших денег ему отдаете. Ну, а мы-то придем через полчаса, вам больше никто не подойдет. Не переживайте насчет этого, у нас есть резерв. Это на акцию выделены средства. Мы в любом случае 100% вам отдадим деньги, ваши в два раза больше. Я просто вам хочу показать, объяснить, что если нету притока, почему не говорят, например, люди, да, кто враги МММ, они говорят, вот МММ рухнуло или еще что-то такое. МММ рухнуть не может, потому что МММ живет вот здесь, в сердце у человека. Так, в сердце, но, а деньги-то пострадали? А деньги пострадали. А-а-а. Те люди, которые не услышали предупреждения, что вкладывать надо только такие суммы, которые не критичны для бюджета семьи. Вкладывать надо не квартиры продавать. Люди а квартиры продавали. Потому что мебель продавали. Чего только не было. Не надо это так делать. Понимаете? Кому? О, трусочка в подарок, пожалуйста. Будет на замену. А вы знаете, вы скажите вот сюда вот Сергею тут... Пантелеевичу. Спасибо Сергею Пантелеевичу. Спасибо Сергею Пантелеевичу. Это от него. Ну, за это спасибо. Пожалуйста. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Здоровья, чтобы все было хорошо у вас. Поэтому, что я хочу сказать, поэтому вы должны просто понимать принцип такой, что риск в МММ есть. Почему? Потому что мы стараемся развиться до такого уровня, что в системе будет достаточное количество людей, где деньги будут уже, люди деньгами будут спокойно обмениваться между собой, и выйдем мы все из-под зависимости доллара, потому что люди не будут ценить доллар. Понимаете, долларовая система просто упадет, она сейчас поработила весь мир, знаете, да? И вот у нас пикет, видите, написано, участники МММ против несправедливой финансовой мировой системы. Долой ФРС США, заменим доллар на мавро. Мавро – это деньги, которые в нашем сообществе. Вот. Поэтому мы предупреждаем, только МММ предупреждает, что здесь есть риск, здесь можно все потерять, но при условии, что не будет достаточного притока новых вкладчиков. А скажите, кто отказывается вложить деньги с ростом от 30 до 100%? Никто. Правда? Потому что банк дает 10% прибыли. Куда понесут? В банк люди или понесут в МММ? Конечно, в МММ. Сейчас я никуда не понесу. Я понесу вот в банк Пушкина. Вот, ну, вот и все. И вы опять туда понесете? Я не понесу. У нас нет таких денег. Нет, ну вы вообще говорите. Так что вот поучаствуйте в акции, вы просто прочувствуете, как это работает. Через час придем, через полчаса приходите. Да, мы придем, а вас тут нет. Не переживайте, мы будем стоять до 7 часов. Сейчас уже 7. Откуда вы такие взялись? Откуда взялись? Да мы здесь живем, жители Воронежа. Мы среди вас, нас много на самом деле. Нас много, и мы можем много. Знаете, МММ побольше. Мы можем много. Мы меняем. Каким образом? Меняя свое отношение, мы меняем мир. Понимаете, потому что у нас создается окружение таких же, как мы, людей, думающих, вот нацеленных на идею свободы. Потому что люди должны жить по-другому. Они должны реализовать свой потенциал в нашей стране. Если там пианист, он должен быть пианистом, художник, он не должен быть копачом или таксистом. Я с таксистом разговариваю, говорю, что это таксист по призванию, что ли? Это талант был, дал таксистом. Или деньги зарабатывать. Ну вот, а талант свой знаешь? Нет, всю жизнь прожил, не знаю. Так надо же найти себя. А нету времени, надо деньги зарабатывать. Понимаете, система порочная. А какая ваша? Да, от всей этой деятельности. Что мы имеем? Ну, я вам скажу так, что на самом деле мы имеем удовлетворение такое в сердце, что я вечером прихожу и радуюсь. Во-вторых, я также участвую в системе, да? У меня есть свои вклады, которые тоже растут. В-третьих, новые люди, если, например, я пригласил или вы пригласили кого-то, да, вам начислят, система начислит 10% бонус вклада того человека, которого вы пригласили. Это просто как поощрение, что мы приглашали других людей. 10% это немного, если человек положил 1000 рублей, то 100 рублей. Сегодня, правда? То есть, ну, как бы все равно поощрение, все равно приятно. То есть мы таким вот образом работаем. Хорошо. Вы еще скажите, вы собрали вклады. За счет чего вы будете платить вот своей давней прикладом? Ведь вы должны эти деньги туда положить, они должны это работать, должны прибыль приносить. У нас все работает совершенно по-другому. Люди обмениваются деньгами между собой. Вот я привожу такой пример. Например, вы пришли месяц назад. Положили 10 тысяч рублей. А ваша подруга пришла через месяц, да? И она хочет тоже положить, например, 3 тысячи рублей. У нас рост за месяц ваших денег составит 30%. Они решили по 10 рублей скинуться и 50 рублей вложить коллективно. То есть у нас сними, ребят, что это самое. Как они хотят сделать? Есть? Сними. О, давай. Так, вкладываем. Володь, а ручка не у тебя? Володя. Ты не выйдешь,
3000 рублей. Вов, дай ручку. Значит, в это время откуда берутся 3000 рублей? Новый человек пришел, он вклад на проезд. Новая тема. Они не, а поэтому Володь, ручка у тебя есть? Если вдруг не будет притока новых вкладчиков, то тогда... Так, кто самый старший? Я. Давайте. Вход 17.36. Сейчас я скажу. А вот мы, ребята, все, которые выбирают систему, выделяют, например, я учет, выделяли 589. Так, вот Сергей, да? Сергей Михайлович. Да. 100. Смотри, там я записывал. 100 вкладывал, да, и это самое. Получаешь 200. Если приглашаешь, например, кого-то сейчас из своих друзей, они делают вклад, то ты с его вклада получишь 50%. То есть он, грубо, сотку положил, да, а ты получишь полтинник, а он получит свои 200. Понимаешь? Есть, то есть принцип работы. 300 рублей тебе дают сразу при регистрации. Их можешь тут же в интернете регистрируем, в интернете, на сайте. Вот. Начислено на будет 300 рублей. Ну, если говорить о ситуации, мне сейчас жена взять положит 200 рублей, да? 200 нет, мы здесь принимаем только 100, по 100 максимум. Вот здесь мы принимаем пока 100. То есть. А в системе ты можешь хоть 10 тысяч долларов положить. Можно положить 100 рублей. Да. Пожалуйста, 200 она забирает. Да, она 200 забирает, а ты получишь полтинник, то есть если ты как бы ее пригласил, грубо говоря. А тут-то еще и по 200, 250. Я говорю, МММ, МММ это просто. Ну, ты за то, что получил, скажи Сергею Пантелеевичу, ему будет приятно. Работает МММ? Работает. Ну, сейчас жена положит. Ну, да ты ладно, уже получил, ты за свое скажи. 200 получил? Работает. Работает. Спасибо, Сергей Пантелеевич. Спасибо, Сергей Пантелеевич. Отлично. Сейчас ты оформим жену. Вот жена у нас стоит. Это человек, который не верил вообще, просто чисто для того, чтобы убедиться, что это работает, вот с полным неверием. Но все-таки вложил, ну, получил. Там у него друзья еще гуляют, сейчас друзей пригласил. И вот так потихонечку идет движение. Люди разные, конечно, но как оно и должно быть. Алексей у нас сегодня уже раздал 500 визиток. Один. Так что информация распространяется очень быстро. Регистрации идут. Здесь у нас не получилось днем, почему-то сайт не регистрировал у нас здесь. Я не знаю, то ли Wi-Fi, то ли с сайтом что-то, в общем, не разобрались. Но зато 3 человека уже точно есть, которые вечером будут регистрироваться. Домой доберутся до компьютера, мы придем домой и зарегистрируем. Театра движения пошло. Ну, в основном молодежь, конечно, там даже до 18, наверное, многие. Ну, ничего. Постепенно мы думаем, что здесь прикормим много народу. Бабушки уже готовятся получать, сейчас будут подходить. Алексей, нашим вкладчицам, рассказывает про систему. Thank you.
свинья. Так, смысл, вы поняли, вы сейчас получите свои деньги. Вот. Для того, чтобы больше денег зарабатывать и обрести финансовую независимость, вы можете зарегистрироваться на сайте. Там 300 рублей вам дарят сразу, как только вы регистрируетесь. И потом, если вы их не снимете, их можно тут же просто снять, обналичить, а можно, они будут расти от 30 до 100% в месяц. Можете также еще вкинуть. Так, фамилия. Котов Михаил. Ага. У вас не хватало на проезд, да? Да. Да, вот у ребят не хватало реально на проезд, они по червонцу, да, вы скинулись? 50. И в кассу взаимопомощи отдали. За это время эти деньги отработали, мы кому-то выплатили. И они получают свои 100 рублей. Скажите спасибо Сергею Пантелеевичу. Это не нам, Сергею Пантелеевичу. Спасибо, это он придумал Сергей такую систему, да, где люди на доверие обмениваются деньгами между собой. Вы суть поняли как? Да, ну, мы это об этом уже давно знаем. Отлично. Объясните, пожалуйста, про регистрацию. Да, не-не-не, а проценты от 30 до 100. Да, от чего зависит процент? От притока людей. То есть мы создаем приток сами, правда? Ну вот смотрите, вы получили, у вас есть желание поделиться с этим, этой информацией с кем-нибудь? Или самим еще поучаствовать? Есть желание? Есть, правда? Ну, я так быть думаю. Может, да. Да. То есть вот за счет этого создается приток. Ну, плюс, понятно, активные участники, такие как мы, а ничего не мешает и вам быть такими активными, да? Выходят на улицу, приглашают людей, проводят такие акции. Система расширяется, расширяется и будет расширяться, да? Завтра будем тоже... Завтра будем здесь тоже работать. Причем это все официально, то есть это согласовано. Систему? Прямо сейчас у меня что-то здесь. Здесь? Нет, что-что? Сколько можно максимально здесь вложить? 100 рублей. То есть на месте, да, 100 рублей с человека максимально. Меньше можно, можно 50. Там он бабушке он по 50 рублей вложили. Там. Завтра уже наверняка... Там, да, 10 тысяч долларов. Да. Если я сейчас прямо еще раз эту суть днем, да. Ну, слушай, да, на самом деле... Совершеннолетний один. Поэтому обидно. Ладно. Да. Завтра. Завтра приходите, да, и еще будете участвовать. Всего доброго. Спасибо. И откройте, откройте себе ящики в Gmail, кто совершеннолетний, да? Вот. Есть. По телефону просто связаться, все, мы вас зарегистрируем, 300 рублей начислят, и вы будете видеть, как они растут. Хорошо. Спасибо. Все, всего доброго, пожалуйста. Ну, молодцы ребята, да? Да. Заработали себе на проезд. Ну вот, классно. Здорово. Ну что, ждем дальше. Сейчас бабушки наши подойдут, еще кто-то подойдет. Не надо фотографировать. Ладно, я просто, знаете что, я хочу, чтобы вы просто хотя бы устно сказали, я не буду вас фотографировать, вы просто устно скажете, что спасибо Сергею Пантелеевичу, ему будет приятно. Он все равно смотрит это. Это именно так, для нас, а это не для телевизора. А потом мы будем дурочки на весь Воронеж. Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь. Почему дурочки? Я вам скажу так, что вообще в МММ участвуют умные люди, умные. Глупые участвуют, когда продают квартиры, понимаете? То есть не умные. За то, что пригласили человека. Все работает, реально. Все работает. А в системе 300, регистрируйтесь, 300 рублей вам дарят. Как зарегистрироваться надо? Очень просто. Значит, время у вас есть? Есть у сына. Отлично. Вот надо через интернет, в интернете открыть на таком ресурсе, на Гугле электронную почту. И с этой почтой связаться. Короче, у вас эти номера действительно? Если там вечером позвонить, с вами связаться, нет, чтобы... Нет, это не наши номера, вы не писали. Тогда дайте свои номера, вот лучше. Или какие-то контакты, или вы позвоните, вот Владимир, вот тут его все номера. Просто позвоните. А где его номера, Владимир? Вот, внизу, на белой строчке. Это Владимир, вот. И руководитель, он занимается регистрацией. Он поможет вам зарегистрироваться. Вот. И там уже 300 рублей вам сразу дарят на счет. Начислят, прямо на счет начислят 300 рублей подарочных. Вы можете их снять. Тоже можете снять, а можете оставить, они будут расти. Мы хотим оставить, поиграть, что получится. Ну, даже поиграть это не то слово на самом деле, вот честно скажу. Да. Ну пусть поиграть, ладно, пусть будет поиграть, там, в принципе, какая разница, как мы это называем, да. Факт тот, что да, эти деньги будут расти темпами 30%, от 30 до 100%. Вы сами депозит определитесь, какой вам, там, если с правом снятия в любой момент, значит 30%. Если на 3 месяца, не трогать 3 месяца, 50%. Если хотите на год, завтра, будет подходите сюда. 100%. Мы с интернетом вопрос решим, соседей. И мы зарегистрируем вас у здесь. У меня сын посмеет и скажет. Завтра ну, мы это тоже нормально. Будем, вот ходить, я скажу, это просто нормальный и обычный человек. У вас сын, абсолютно. Да. Потому что так навеяло. Так навеяло с часу до 7. С часу до 7 у нас время. Спасибо. Пожалуйста, всего доброго. Спасибо, мы очень рады, что. Обманули. Да, мы не могли этого сделать, потому что мы не из той категории. Понимаете? Нет, вы это как лица у вас честные. Ну, потому мы такие и есть. Это не маски, это правда так. Ну,
Ну, видишь, здорово. Просто боятся бабушке лицо показывать, да? Вот, ну это ничего. На камеру боятся работать. Да, на камеру боятся пока ну, еще. Ну да? Как бабуль тебя зарегистрировать, блин? Тебе с ними надо сесть, правильно? Ну да, и... ну как-то будем уже, что же делать. Подходите, девушки, расскажем вам, можете поучаствовать. Почты, ничего, ни интернета, как потом это переводить для таких людей? В 94-м попроще было. Ну да, здесь вот видео. Всем нравится наш Сергей Пантелеевич, это хорошо. Да, такой довольно плодотворный у нас сегодня день получился, здорово. К вечеру, конечно, немножко. Пора? Да? Полчаса прошло. Вот еще пришли люди. Уже по второму разу получать, уже с реферальским бонусом. Да, обязательно. Вот эти вот не подводятся, они автоматически. Вот, расскажите своим знакомым, которые скептически были настроены сегодня, да? Ну, завтра пусть придут, да. Завтра, ну завтра. Хорошо, ну сегодня мы до 7 просто, мы уже все, всем свернемся, все, потому что... Да, вы поняли, вот, а завтра мы с часу до 7. На сайте. Ну хорошо, ну мы-то завтра еще проверим на знакомых. Ну конечно, проверьте. Проверяйте. А зайдите, так можно времени терять, можем зарегистрировать, уже по 300 рублей зайдите, будет у вас на счету. Свои, вот. Как бы без всяких средств массовой информации, 250, пожалуйста. Так, и, все, правильно. И традиционно Сергею Пантелеевичу. Ну что, 200. Спасибо, сколько Сергею у вас сегодня выросло? Вот, да, вот прикиньте, давайте, вот только какой сюда, у вас давайте. Рост. Хорошо. Спасибо Сергею Пантелеевичу. Так, сколько у вас было? 100. У нас было 100. Вначале у нас было 100. Сейчас сколько у вас? 400. Даже уже сбились, да? 450. 100, у вас 200. 350. 350. 350. Да. Ну, 350. Сотки. Ну, сотки, да? За то есть... час. Вот час мы почалили, 350%. Рост. Это просто нереально, я не знаю. Здорово, не хватает. Да нет, почему? Все хватает. Все нормально. Если не хватает, завтра придете, вложитесь и будет у вас еще 100 рублей. И не только. Хорошо, всего доброго, до свидания, до завтра. 350%. Ну, да, сотки, да, получили ребята. Ну, вот пришли ребята, а вернее даже вот человек, который дважды вкладывал, Сергей, привел человека нового, да? Правильно, Сергей, да? Нового человека привел, да, участника. Отлично. Ну, тоже расскажешь тогда, что там можно зарегистрироваться в системе, в интернете и получить 300 подарочных и так далее. И вот у нас человек тоже стоит, ждет уже выплату, да? То есть прошло полчасика. Ну, все, давай выплачивать. Только не опаздывайте, ладно? Приходите без пяти хотя бы, без пяти. Без пяти. Четыре, да? Не, давай без пяти приходи, семь, потому что мы до семи уже уйдем. Хорошо? Давай без пяти, семь. Хорошо. Так, вы у нас Устинов Виктор. Вкладывали 100 рублей. Это уже спина просто уже стоит, все занемело. Не приседаешь 6 часов на ногах, на скамеях, ничего, надо что-нибудь, конечно, придумать, какую-то скамейку хотя бы. Вот наши контакты, Владимир, его контакты. А самому Морозу засадить? Вы можете, там инвайт есть, да, инвайт есть. И, да, потому что это ваш консультант, да, будем говорить. По всем вопросам, непоняткам и так далее будем сотрудничать. Задержки, что-то такое, но все-таки это деньги, банки, все это будет, это самое. Хорошо, спасибо. Да. И знаете что, можно секундочку сказать Сергею Пантелеевичу спасибо, потому что это же акция его. То есть просто на камеру сказать. Спасибо, Сергей Пантелеевич. Спасибо, Сергей Пантелеевич. Ну, здорово. Все, спасибо. Всего доброго. Подходите завтра. Да. С часу до 7. Ну, так, человек хорошо. Довольный, да? Ну а что, вот, блин, я даже 100 рублей, это же, блин, деньги на самом деле. Нифига себе. Особенно когда их вот нет. За 50 да? уже вообще никто не это. Ну да, за 50 что-то мы, да, начали с 50, да, очень сложно. А вот сотка более-менее, да, уже сразу начало движение пошло. Третьего человека. Да, да, да. И еще реферальные начали работать. Так что сегодня у нас уже опыт появился. Реферальные что, 50 платить за 100, да? Да, сотки 50 рублей реферальные, конечно. Только ты там пиши, чтобы мы не это самое, не запутались. Да, да, да. И кто кого привел, там, стрелочками, чем-нибудь, чтобы мы понимали. Здравствуйте. Здравствуйте. Участвуйте в системе нашей. Как
До 100 рублей можете вложить, через полчаса забрать 200. Но сегодня мы уже, наверное, прямо сейчас. Почти все, а завтра с часу до 7 приходите. Ну, это так, для того, чтобы вы познакомились, как работает система МММ. Сейчас, вот уже, шнурки покажу. Ну, ладно, приходите, погладите, приходите, посмотрим на поглаженные ваши шнурки. Все люди умные. Вот, разберутся потихоньку. Алексеев сегодня вообще поперлся. Вот руководитель настоящий. Да. Ну, Алексей начал сразу работать, уже привел. Хотя, хотя он был скептик, да? То есть он вообще, я его приглашал, а он такой, вот не-не-не. И он до первого голову регистрировал. Я же его приглашал с этим как раз, который как тесак лысый стоял такой, да, этот сам, который на меня, ты че мне здесь трешь там, т-т-т. Я говорю, слушай, успокойся, если не знаешь, что не рычи. В общем, все нормально, потихонечку. Сейчас его прямо будут регистрировать. Да. Сразу. Или сейчас, или вечером. Самые разные люди. Нам нужны молодые руководители. Да, свежий класс. Конечно. Таксист уже два раза. Да, таксист, он боится, боится, завтра придет. Ничего. Ну что? Может, начнем собираться потихоньку. Ну давай, у нас остался кто? У нас, ну, это. А, вот только что зарегистрированный, да? Так, здорово. Здорово, здорово. Ну что, да. Тогда потихонечку мы будем. А, ну снимем еще, когда он придет получать. Значит, Сергей привел реферала, прошло время, правда, мы укоротили время, потому что уже как бы наше время подошло к концу. Ну ничего, то есть человек вложил там на сколько, на 15-20 минут, да, получается, и забирает, 100 рублей вложил, 200 забирает, и 50 рублей за то, что Сергей пригласил нового участника, спасибо, да, получает. Вот. И в камеру поблагодарим Сергея Пантелеевича за его удивительную систему. Спасибо, Сергей Пантелеевич. Вот, Сергей Пантелеевич, благодарю. Приходите еще, давай, приглашайте людей, пусть все люди знают, участвуют. Главное, разберитесь в этом, ребята, это разберитесь. Фигня, это копейки по сравнению с тем, да. Это просто реально работает, понимаешь, реально. И наша задача просто, чтобы все люди это знали. Я бы назвал это знакомым. А, слушай, дай мне секундочку. Все, не осталось, да? Да, да, возьми. Ну все, сегодняшний день плодотворно закончился у нас. Разобрали мы куб. Наверное, всем пока. Всем пока. Давай. До завтра. Ну что, подведем итог, уже возвращаемся домой. Усталые вообще, то есть прям вот реально без задних ног, что называется. То есть спины болят, ноги гудят, но такой кайф, такой драйв, это словами не передашь. И хотели еще поделиться одной такой вот последнюю мысль, мы обсудили вместе, да, Алексей еще не уехал, о том, что, вот смотрите, вчера объявили о том, что арестовали якобы МММщиков, бывших на самом деле МММщиков, так оно и есть, Раскольников. Вот. А к нам даже подходили тоже люди. Мы сталкивались с тем, что как же там по телевизору показывали и так далее, и так далее. Мы сегодня целый день отстояли, да, пикет, общались с людьми. Если сравнить, сколько было негативных и позитивных, я вам скажу, что, блин, ну 90, да, Дим, так? Да. 90%. 80 это, точно. Ну 80, 100%, значит, на 10 немножко преувеличил, да? Вот, значит, 80% это просто позитивно настроенных людей. Вот. Сегодня я уже несколько раз говорил, что минус на плюс меняется легко. С людьми 10 минут потолок. Разговариваю с некоторыми даже и того меньше. И люди уже понимают о том, что на самом деле Сергей Пантелеевич, он действительно честный человек. Действительно, государство украло эти 17 КАМАЗов, увезло на Рублевку. Вот. А его сделали крайним. Вот. То, что МММ, пожалуйста, то, что МММ действительно работает, то, что МММ действительно платит. Вот. И важный момент, что
про Мазанова. Да, жулики вот эти вот, да, Мазановы там и другие, которые, в общем-то, обрушили систему на самом деле. То есть это, если бы не было этого воровства, если бы не было таких вот, я не знаю, как это назвать, это не то, что там бессознательных там каких-то там, я не знаю, блин, или... Ну, люди, которые просто на таком уровне развития находятся, что кроме собственных, блин, вот этих вот каких-то выгод, блин, несчастных, да, кроме вот этих вот денег, блин, да, которые они приспособились там, блин, по карманам рассовывать, вот, ничего не видели, да, и они в итоге и пострадали за свои действия. И на нас это никак не распространяется. Поэтому выходите смело на пикеты, выходите к людям, общайтесь, разговаривайте, показывайте, что мы живы, что мы есть, что вообще все отлично и здорово. Завтра мы опять идем на пикет. Вот, и завтра мы с вами продолжим. В общем, мы приехали уже домой, идем отдыхать. Спасибо.